Новости на государственном телеканале «Западная Армения». Здравствуйте. Короткий обзор новостей на сегодня. Армянская идентичность Амшен. Топонимы Арцаха, памятник деду Бабо. Агрессивное поведение Азербайджана опубликовано в ООН как официальный документ. Мэр Маркарян. Мэр Чартара. Азербайджанцы препятствуют весенним сельскохозяйственным работам. Западная Армения. Рис трафика детей в зоне бедствия. В результате выстрела противника в Ярас погиб армянский военнослужащий. Мероприятие, посвященное памяти Ованеса Туманяна в Грузии. Армянская идентичность Амшен. 700 лет Амшен, как полуавтономная армянская власть, сохраняла свое существование, потерпела поражение в 1489 году с захватом турков. Последний князь Амшена Давид, потерпев поражение, покидает Амшен и укрывается в провинции Спер. Согласно османским архивам, в Амшенской губернии до 1620 года подавляющее большинство составляли христиане. В те времена христиане платили Константинополю довольно большие налоги. Только Амшенская губерния в 1609-10 годах отдавала 7090 килограмм меда и 2660 килограмм пчелиного воска. В 1626-27 годах налоги увеличиваются на 50%. По всей вероятности, одной из причин исламизации амшенцев были большие налоги на христиан. Процесс исламизации также связан с ослаблением армянской церкви. Рукопись, написанная в 1630 году в Амшене, сообщает об отсутствии епископа в монастыре Хачкар Энговита, что также является свидетельством ослабления церкви. Тем не менее, несмотря на свое состояние, Хачикар просуществовал до 1915 года. В списках Константинопольского армянского патриархата в 1913 году она зарегистрирована как церковь, благодаря которой армяне до геноцида жили в соседнем селе Эгновит. Сегодня в селе, расположенном от центра Чамлы-Хэшмина, в 35 километрах от гор, вы не встретите армян и не найдете руин Хачкара. Памятник «Мы и наши горы» – один из самых известных символов Арцаха. Многим он известен как «Дедо Бабо» на западноармянском языке «Мамик и папик». Обелиск из туфа, расположен у входа в город Степанакерт на высоком холме, установился в 1967 году. Скульптор Саркис Багдасарян, архитектор Юрий Акопян. Скульптура сделана из красного туфа. Памятник символизирует кровное родство между арцахской землей и корнями народа, также непоколебимую волю арцахцев к сохранению семейных ценностей и жизни. Памятник представляет пожилых карабахских супруг в традиционных костюмах, которые плечом к плечу с гордым, непоколебимым и пристальным взглядом принимают тысячи посетителей у входа в город. Обелиск не имеет пьедестала. Складывается впечатление, что горный холм раскололся, они поднялись и твердо стоят на родной земле. Название скульптуры «Мы и наши горы» дал армянский писатель, историк, доктор исторических наук, поэт, прозаик, драматург Баграт Улубабян. По словам одного из известных архитекторов Арцаха Мамикона Фарсяна, памятник установили в очень трудных условиях. Советское руководство Баку было против строительства памятника. Более того, был поднят протест в связи с установкой этой скульптуры в окрестностях города Степанакерта. Однако, несмотря на все это, благодаря непоколебимой воле арцахцев, он в конце концов был установлен и стал визитной карточкой города. Идея иметь памятник у входа в Степанакерт была воплощена в жизнь при непосредственном участии председателя исполкома областного совета Нагорного Карабаха Мушера Оганджаняна. Памятник является первым в мире памятником, построена в честь долгожителей. Обелиск также называют памятником долгожителя. Продолжающаяся агрессия Азербайджана и политика разжигания территориальных амбиций и насилия в отношении Армении и армянского народа дестабилизируют ситуацию в регионе. Постоянный представитель Армении в ООН Мэр Маркарян направил в ООН письмо такого содержания. Как сообщает Армянпресс, письмо 21 марта было опубликовано в качестве официального документа Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН. Враждебное поведение и агрессивная экспансионистская риторика Азербайджана еще раз демонстрируют ее намерение продолжить идти по пути агрессии и использовать территориальные амбиции в качестве предлога для новых военных операций, говорится в письме. Мэр Маркарян также подчеркнул, что безнаказанность прошлых преступлений подготовила благодатную почву для разжигания арменофобии в Азербайджане на государственном уровне. Постоянный представитель Армении в ООН также коснулся уничтожения армянского исторического и культурного и религиозного наследия на оккупированных Азербайджаном территориях Арцаха, в том числе и в Нахичеване. Мэр Маркарян привел пример варварского разрушения армянских церквей и более 5000 хачкаров Хин-Джуга. Правительство Западной Армении
считает необходимым напомнить, что к политике вандализма, применяемой свирепыми властями Баку на оккупированных территориях, впервые обратились президент Республики Западная Армения Арменак Абрамян и глава фонда изучения армянской архитектуры Самвел Карапетян, которые еще в 2006 году обратились в международные инстанции. Правительство Западной Армении готовит всеобъемлющий пакет о случаях вандализма культурных ценностей и вскоре обратится в судебные инстанции. Азербайджанцы издалека открывают беспорядочный огонь по людям, занятым сельскохозяйственными работами. Но это не впервой. Об этом заявил мэр Чартара Мартунинского района Арцаха Владик Уванесян. Ранее полиция Министерства внутренних дел Республики Арцах сообщила, что утром 22 марта при выполнении сельскохозяйственных работ в виноградниках, расположенных на участках под названием Клазин-Дзор, находящимся на административной территории города Чартар, 7 жителей Чартара оказались под прицелом огня, выпущенного вооруженными силами Азербайджана. Издалека открывают беспорядочный огонь, жители работают в садах, а азербайджанцы мешают. Это не первый случай, когда азербайджанцы открывают огонь по гражданам, работающим на своей административной территории, сообщил мэр Чартара. Состояние детей, переживших землетрясение в Западной Армении, разное. Некоторые дети потеряли родителей, некоторые вынуждены эмигрировали в другие районы. В рамках движения «За права детей» некоторые общественные организации осуществляют социально-психологическую поддержку детей региона. Однако этого недостаточно, поскольку соответствующие органы турецких властей не сотрудничают с неправительственными организациями, занимающимися защитой прав человека. Правительство выполняет эту работу в основном с религиозными и консервативными организациями. Это большая проблема в плане защиты прав детей. Также есть некоторые уязвимые группы, которые испытывают трудности в вопросе защиты прав и доступа к свободе, к которым, к сожалению, соответствующие органы не проявляют должного подхода. Дети, потерявшие родителей, должны находиться под защитой властей, которые обязаны заниматься решением проблем воссоединения семьи. После того, как дети, потерявшие родителей и родственников, были взяты под защиту турецких властей, возникли некоторые странные ситуации. Например, отправление детей в религиозные учреждения и передача государством ответственности за уход учреждения. Это серьезная проблема и нарушение прав детей. Как известно, во всем мире в таких кризисных ситуациях растут риски трафикинга детей. Неизвестно, подвергаются ли трафикингу дети, признанные пропавшими без вести, или нет. Правительство Западной Армении следит за сложившейся ситуацией и в случае нарушения прав детей и регистрации первых случаев трафикинга обратится в международные организации и возбудит судебное дело. 22 марта около 16:20 на боевой позиции, расположенной на участке Ерасха, выстрелом со стороны Азербайджана смертельно ранен военнослужащий воинской части Министерства обороны Аршак Сергеевич Сарксян. Об этом сообщает Министерство обороны Республики Армения. При поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта Республики Армения в Тбилиси 23 марта в Музее грузинской литературы имени Леонидзе откроется выставка, посвященная столетию памяти Ованеса Туманяна под названием «Туманян и Тбилис». Выставка продлится до 13 апреля. Выставка представляет тумановское восприятие жизни Тбилиса от человеческих отношений до литературных всплесков. 24 марта в зале Государственной консерватории имени Сараджевили состоится мемориальный концерт, на котором выступит певчик группа «Гегард» с настроениями тумановского слова и музыки Комитаса. Организаторы мероприятия – посольство Армении в Грузии, епархия Армянской апостольской церкви, музей Туманяна, научно-культурный центр «Дом Ованеса Туманяна», культурный центр «Айрартун», институт-музей имени Комитаса. И в завершении новостей послушаем музыкальное произведение. Thank you.
Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра.